Сроки рассмотрения заявлений граждан и качество работы под контролем. В регионе, как и в целом в Казахстане, продолжает действовать система ЕУТНЭШ. Посредством электронного заявления граждане могут обратиться с жалобой, просьбой или пожеланием. С чем чаще всего обращаются к кустанайцам, обсудили за круглым столом представители Департамента комитета по правовой статистике. С июля 2021 года система ЕУТНЭШ стала неотъемлемой частью работы в оказании государственных услуг. Электронная система предназначена для повышения прозрачности и эффективности, поскольку на портале можно полностью отслеживать, на каком этапе в том или ином госоргане находится заявка. История рассмотрения полностью сохраняется в системе. Только за истекший период департаментом установлено свыше сотни различных нарушений, среди которых превышение сроков рассмотрения и перенаправления обращений, нерегистрация обращений, некачественное рассмотрение, волокита, искажение статистических данных и другие. Наша область стремительно теряет изначальную позицию лидеров. Комитет завершил оценку и выставил МИО нашей области 52,68 балла, что соответствует уже 15-му. Место в рейтинге области. Несмотря на длительное рассмотрение заявок, количество обращений в административные органы нашей области значительно увеличилось. За 5 месяцев текущего года поступило почти 55 тысяч обращений, что на 30% больше, чем в прошлом году. Из них было рассмотрено порядка 42 тысяч обращений. Мы проводили анализ обращений за 5 месяцев текущего года и обратили внимание, что в апреле у нас всплеск, то есть рост обращений, но это связано с тем, что у нас были серьезные ситуации по паводку. То есть рост обращений связан с тем, что люди подавали заявление на возмещение ущерба и на выплату материального пособия. К слову, если специалисты государственных органов по какой-либо причине не смогли помочь заявителю, отказ должен быть официально обоснован. Алмажан Манкельдинова, Людмила Рудакова, Алексей Руденко, телеканал «Кустанай».